Масштабу и географии турнира в небольшом поселке позавидовали бы многие областные центры, уверяют специалисты. Более 200 участников из 15 регионов России, гости из Белоруссии и Луганской Народной Республики. Свое мастерство на Брасовской земле демонстрировали несколько десятков мастеров спорта, победителей и призеры чемпионатов мира и Европы. За последние два года, вот мы в том году уже проводили здесь турнир на Кубок городов воинской славы, приезжали даже с Уфы. Мы приезжали, также Белгород, Орел, Смоленск, приезжали, Москва. И хорошие поединки, очень качественные. Я даже скажу, у нас вот центральный финальный округ проходит на таком высоком уровне. И тем более техническим делегатом приехал это председатель судейской коллегии российской, Шашник Владимир. Поддержал. Здорово, конечно. Брасовский район по праву считается одним из самых спортивных в области, а поселок Локоти вовсе за последние несколько лет превратился в настоящую региональную столицу кикбоксинга. И самое главное отношение, прежде всего, руководства к своему району. То есть поиск даже тех же внебюджетных источников. Не просто сидеть, ждать и просить, что откуда-то манна небесная упадет, а именно самим заниматься поиском и обустройством спортивных сооружений. Качественный скачок в развитии кикбоксинга на Брасовской земле произошел благодаря тесному взаимодействию администрации района и земляков-бизнесменов. Созданный в поселке Локоть два года назад спортивный клуб единоборств «Белые волки» – самый яркий пример социальной ответственности бизнеса, о которой так много говорят в последнее время. Мы буквально недавно и спортивный клуб, который были организованы «Брянские волки», сделали прекрасный ремонт, более 2 миллионов рублей. Это не бюджетные деньги, это те денежные средства, которые зарабатываются в Москве, а на территории Брянской области они реализуются для здоровья наших брянских спортсменов. Организаторам удалось не только провести столь масштабные соревнования на очень высоком уровне, но и превратить турнир в настоящий спортивный праздник, свидетелями которого стали десятки жителей поселка. Даже больше интересно. Обычно, да, бои проводятся в залах, а тут на свежем воздухе. Столько фанатов. Конечно, первый бой такой. Мне кажется, даже интереснее завести публику, провести красивый бой. В планах у организаторов сделать турнир не только традиционным, но уже в ближайшее время придать соревнованиям статус международных. Пораженные организацией и условиями спортивные делегации из разных городов России уже изъявили желание вернуться в Локоть в следующем году. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брасовский район.